Всем привет, ребята, и в этом видео я вам расскажу, как получить вещи в Roblox бесплатно, ребята. Да-да, в этом видео будет два классных способа, ребята. Посмотрите до конца, потому что будет очень интересно. А пока что быстренько подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий. И, естественно, нажмите рядышком на колокольчик, чтобы не пропустить новых, ребята, видео. Вот, а сейчас будем приступать. Итак, первый способ. Заходим в Roblox и, ребята, нажимаем на шоп, на магазин. Выбираем любую вещь, которая вам нравится, которую вы мечтали, с любым ценником. Я выбрал вот такую вот миленькую шляпку, лягушка-шляпка. Нажимаю возле ценника, которая стоит 60 робоксов, нажимаю три точки, нажимаю на share, и здесь нажимаем на скопировать как бы ссылку на вещь. После этого перехожу по ссылочке, ребята, в описании. Здесь нам нужно напишите ваш ник в Roblox, пишем ваш ник в Roblox, и, естественно, там, где название, мы должны вставить то, что мы скопировали в Роблоксе. И вот и все, в принципе. И, ребята, этот способ реально сработал. Но, ребята, для начала подпишитесь на мой канал, чтобы знать абсолютно все классные лайфхаки в Роблоксе. Итак, вставляем скопированное в строчку названия, и все, ребята, аутфит бесплатный, ответ записан, все, ребята. И теперь второй способ. Кстати, забыл сказать, этот способ, первый способ работает, мне реально дали шляпку через неделю, через 7 дней, поэтому этот способ рабочий. Итак, второй способ. Для начала нам нужно зайти на сайт Роблокса, нажать на аватар шоп и опять же выбрать как бы вещь, которая вам реально нравится. Я выбрал вот такую вот белую шляпку, я достаточно много вещей посмотрел, но не суть, я выбрал белую шляпку, вот. И, ребята, мы должны нажать на эту вещь, которая вам там понравилась. Вот. И пролистать вниз, открыть комментарии, написать черточку E-free и отправить. И, ребята, этот способ не работает. Работает только первый, поэтому ссылочка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!